Настал очередной день заготовок. Вот собрала помидоры, огурцы, яблоко красивое, но с червяками. Крыжовник. Не знаю, сейчас буду или варенье, или компот варить. Посмотрю. Баночки купили под варенье. И купили сегодня опять абрикосы. Прям отборные. В магазине стояла, выбирала. Как раз перебирала продавец, убирала там гнилушки. Ну, я говорю, давайте я переберу. И вот все перебрала. Так, и получилось у нас на 642 рубля вот это все. Опять буду делать компоты и варенье. А варенье вот у меня уже на 2 раза закипало. И еще на 1 раз. Потом остужать и по баночкам. Сейчас переберу, что помягче. Вот такие, например, есть. Это на варенье, а потверже это на компот. Вот так. Вот так потихонечку вожусь каждый день. Так что кухня – это мое рабочее место. Включаю какой-нибудь фильм. И потихонечку тут творю чудеса. Чудесатые. Съездили с Михалычем за посылкой от любимого Василька. Я буквально вчера, ой, нет, позавчера, отдала полотенца. Мне какие были наборы. Пожалуй, я еще вот эти унесу тоже. У нас у соседей родственники в селе Пятигорском, это под горячим ключом, потерпели наводнение. До потолка вода была, и поэтому вот эти полотенца я тоже все им сейчас передам. Мне все запасы, которые были, новых полотенец, я все отдала. Вот поэтому сейчас тоже унесу девочкам, пусть передадут. Потому что, сами знаете, полотенце – это такое дело. Их надо много. Вот что. Ну, а сейчас сниму вам обзор, что же я выписала. Сразу скажу по-крупному. Вот эта подушка Тимки. Маша с Вовой сделали ремонт в его комнате и заказали новую мебель. И поэтому Тиме новая подушка для сна. Называется «Здоровый сон». Природная защита от бактерий. Двойная защита от бактерий, бамбуковое волокно и инновационные технологии. Легкий уход, подходит для аллергиков, подходит для сна на боку и спине. Тимка, спи и на боку, и на спине. Вот такая подушечка. А девочкам, девочкам, я взяла вот такие подушки с зайками. Вот такие, пусть миленькие подушки, у них будут тоже на кроватках. Поле и Ксюше. Декоративная подушка премиум, зайка и цветочек, и зайка в платьишке. Вот это платье леопардовое я заказала для Катюши. Размер оверсайз. Видите, оно такое широкое, оно такое воздушное. Катюша у нас любит экстравагантные платья, поэтому леопард для нее. Себе я заказала вот такую туничку. Очень яркая, красивая. Называется Волан. Померю, покажу. Какие чудесные костюмчики. Это костюмчики для Ксюшки. Вот такой фиолетовый. Правильно будет сиреневый. И вот такой для Поли. Поли, наверное, большеватый будет. Но вообще вот эта футболочка, она должна быть пошире. Такая свободненькая. Штаны-то точно будут как раз бриджики. Набор носочков. Они, кстати, такие плотненькие. Вот не сейчас летом носить, а знаете, уже, ну, в школу Ксюшка пойдет. И я думаю, что как раз ей будут. Немножко на вырост взяла. Ну, а это богатство для Маруси. Таких вот труселей набрала и сразу... Ой, какая прелесть. Побольше. И у них цена небольшая. Вот такая красота.
Вот себе такую ночнушечку взяла. Мне кажется, только я какую-то светлую, что ли, заказывала. Но неважно. Себе же взяла очень тонкий такой трикотаж. Легкий-легкий. Это платьице такое, ну или туника называется. Наверное, все-таки платье. Вот сейчас жару в самый раз. Самое то. Я, что бы ни надевала на себя, я все время, мне жарко. Ну, такая погода стоит, конечно. Тут надо в купальнике просто уже ходить. И вот такой набор еще носочков взяла ребятишкам. Ну, они сами там уже распределят, кто их будет носить. Вообще, я так понимаю, что это для мальчика. Для Тимы. Ну, может, розовый он Ксюшке отдаст. Плотный трикотаж. Я думаю, что надолго хватит их. Покрывало я заказала. Плюш-велюр. Очень нежное. Такое мяконькое, знаете, как игрушки. Бывают плюшевые. Очень милое такое покрывало. Вот такого голубого цвета. Размер 200 на 240. Как раз на нашу кровать. Отлично. Мне нравится такой цвет. Друзья, я просто влюблена в это платье. Мне так нравится. У меня проблемные руки. И вот эти воланы, они скрывают вот эти мои толстые места. Смотрите, какое оно легкое, красивое, нарядное. Это теперь мое платье будет постоянно в носке. Хоть в город, хоть на море, хоть куда. Правда же? Вам нравится? Мне очень. И вот это платье мне тоже очень нравится. А главное, знаете, материал очень приятный. Я люблю такие вещи. Хлопчатобумажные, трикотажные. На лето в самый раз. Такие вот карманчики. Немножко большевато. Взяла так посвободней. На вырост. Видимо, так. Ну вот и обед уже наступил. У нас щи с бараниной. Самое здоровое мясо – это баранина. Если ты покупаешь где-то его. Курицу продают. Все в гормонах, антибиотики. Коров, свиней кормят гормонами, антибиотиками. А барану только травку ест. Меня Михалыч приучил баранину есть. Ну, я так самому мясо равнодушно, кусочек себе положила маленький. Михалыч, он с удовольствием. Всем приятного аппетита. И продолжение. Хорошего дня. Ну что ж, моя сушилка работает. Еще как, тем более жара, как раз на руку. Вот так в банку складываю. Готовые уже яблочки. Наверное, еще одну банку придется. Вот, спасибо Раисе Ивановне, снабжает меня яблоками постоянно. Сама сушит, и я тоже сушу. Зимой все пригодится. Хорошо просохли у них, видите, даже звук такой слышно, да, что сухие прям яблочки. Хорошие. Ну, так пока и буду сушить. Сушилку пока не выписала. Хотя мне Михалыч добро дал. Я что-то как-то, не знаю. Наверное, когда похолодание будет, тогда я ее выпишу. Будет вот так, смотри, наискосок. Отсюда и до сюда. Будет такая ленточка. Так. Ну тут классно, зайка. Для клавиатуры без нет, для компьютера будет. Видишь, у тебя день рождения уже практически начался, да? Через два дня будет. Да? Папа, тебе такой же стол нужен, да? С лапами. Лапы мы тебе устроим такие. Тейки намажем краской, да? И так.
тут Тима, все, можешь даже без матраса уже на подушечке спать, все. В самый раз. Ну, ждем, когда заменят. Ой, как хорошо. Ой, все, все. Классно? У нас есть валюты, может быть, потом на уме заменим. Да, пожалуйста. Да. Какой комодик. И вот тут. Да. Самый класс. Классно. Сразу комнатка меняется. Мы ждем, ждем, пождем. Для тебя это сюрприз будет. Да? Такой, да. Я тебе сказала, да? Что? Ты сегодня подходила ко мне. Да. Сказала, что я покрупнее выгляжу. Я говорю, как? Говорю, в высоту или вширь? Она говорит, не, вы не так поняли. Просто говорит, ну больше кажетесь. Так не поняла, в какую сторону. Идете? Да. Давайте. Красиво, красиво. Элегантно. Ух ты! Да. Какие приколюшки! Мы сейчас там пойдем покрасили. Потому что у нее розовый с черным. Очень красиво. Оба цвета очень красивые. Очень круто. Василек рулит. Блин, вообще молодцы, да? И идеально по размеру подошло. Ну все, сейчас выгуливать пойдем. Ну да. Ой, вообще круто. Ты в зеркало посмотрела? Идите в зеркало посмотрите. Круто. Что? Кидался. А что ты спрятался? Так, так и что за крестики? Там йога у тебя? Это модель какая-то у тебя, а да? Что, у вас кошка? А, вот как еще. Вот так все надо сжимать и лежит. Вообще странно. Жарко, наверное. Не знаю. Нет, я ее гладить начал, она вот. Она вся так делает. Что-то означает, нельзя ее гладить. Если я в гимнастику не хожу, иди рядом с холодильником. Иду рядом с холодильником. Стоп. Смотри, стоп. Так я такую видел. И у нас такая есть. С вашей семейкой. Это какая-то девушка знакомая. Это Ксюша. Не понаслышке. Когда большая вырастешь, ты будешь деда катать на плечах? Конечно. Конечно. Да? Он даже будет вовсем маленький, когда... Понятно. Он вот до сюда. И ты будешь его на плечах катать? Ну вот мы и погостили, и Чайковского попили, пообщались, какая луна сегодня, месяц из тумана. Здесь ветерок какой-то, да? Сквознячок, о, даже хороший такой, приятный. Слова уже забыли, да? Еще и сахар купили в Пятерочке. Кстати, банки тут 15,90 что ли стоят, пол-литровые. Мы сегодня по 23 рубля купили баночки. 22,90. Так что будем знать. Вот так вот надо ходить и сравнивать цены. Так что следующая покупка баночек будет здесь.